Добро пожаловать на мой канал, снова с вами Зурь Манга, Евангелион, и давайте перейдем к самой манге. Вот так у нас выглядит первая книжка, Евангелион Новый Век, автор Юсиюки Садамото, издательство Историю. Кстати, цену данной книги можете видеть сейчас. Внутренняя обложка, обложка второго тома, у нас приятного цвета. И встречают нас глянцевые цветные страницы. Вот такой вот разворот. И содержание здесь у нас называется программа. 2015 год. Ну и последняя глянцевая страница. А вот и первая встреча с мамой. Немного пролистав, натыкаемся опять на цветные страницы. Вот такой вот цветной разворот с Айнами Рэй. Влад, привет. И программа второго тома. Также есть список персонажей и краткое содержание предыдущего тома. И также, немного пролистав второй том, натыкаюсь еще на цветные страницы. Вот такой красивый разворот. А здесь у нас такой серьезный синдзи. Краткая биография Юсиюки Садамото, а также кто работал над мангой. Как я понял, берут интервью у Юсиюки Садамото. Ну и характеристики первой книги. Тираж 5000 экземпляров. Была издана 17.05.2022 года. Задняя обложка второго тома. И задняя обложка первого тома. Капитал в первой книге синего цвета. Во второй книге красного цвета. Ну и давайте перейдем ко второй книге. Вот такая вот внутренняя обложка. Корешок. Форзац красного цвета. И сразу нас встречают цветные страницы. Вот такой цветной разворот. И программа номер 3, то есть содержание третьего тома. Список персонажей, а также краткое содержание предыдущего тома. Давайте немного полистаем. Арбуз купи. Долистав до середины, доходим опять до цветных страниц. Вот такой вот разворот с Аской. И программа номер 4. Список персонажей, а также краткое содержание предыдущего тома. И характеристики. Тираж второй книги 5000 экземпляров. Подписано в печать 18.05.2022 год. В конце форзац у нас также красного цвета. Задняя обложка четвертого тома. Ну и вроде на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Он в описании. И мой магазин манги также там внизу. Всю эту мангу можно купить там. И всем пока.